Всем привет! Приобрел я данный девайс Meizu M5C и столкнулся с такой проблемой. Я не мог добавить аккаунт Google. В общем, делая hard reset, при выключенном телефоне зажимал я кнопку включения и качельку громкости вверх. Перезагружал, стирал данные или что там оно, wipe data reset, короче, делалось. Заходил я в настройки. Память вроде бы, хранение, резервное копирование. Сброс заводским настройкам. Делал я этот пункт, делал оба. Сбрасывал его. Все так же не получалось мне добавить этот аккаунт. Выдавала ошибку, не удалось связаться с серверами Google, не удалось войти в аккаунт. В общем, я заходил в App Store, Play Market не было вообще. Выйди отсюда. Play Market этого не было, заходил в App Store. Нажимал я здесь Google, прописывал Google. Поиск в других магазинах. Вот, устанавливал я сервисы Google Play, устанавливал я Play Store, сам Play Market. Давай грузись, что ты не грузишься. Ну, не суть в этом дело. В общем, что-то он затормозил. Видно, интернет где-то подвис. В общем, это я устанавливал при попытке войти в Play Market. Предлагала мне, вернее, даже не предлагала, а просто выдавала. Не удалось связаться с сервисами Google. В этом же App Store увидел вот эту вот позицию. Давайте рекомендации так. Google поиск. Поиск по другим магазинам. Вот Google Apps Installer. Он уже у меня установлен. В общем, нажал я установить. Сейчас я его просто открою. И тут мне тогда предложило установить Google Framework и Google Maps. Нажал далее, установил. И только потом я смог зайти в Play Market и добавить аккаунт Google. Без этой ошибки не удалось связаться с серверами Google, вот так где-то. Я уже не помню точно, как оно написано было. Ну, примерно так. Так что теперь можно устанавливать приложение. Установим Viber. Смотрите, может быть, кому-то поможет это видео. Может быть, уже где-то есть подобные инструкции. Но я нашел это так. Всем спасибо за просмотр. Пока. Хорошего дня или вечера. Всем счастливо.